Краснодарские студенты участвуют в международном фестивале «Дни архитектуры». Он проходит в эти дни в Аграрном университете. Среди проектов, которые представили на суд жюри участники, дизайн сквера в поселке Лазурный и бульвара на улице Дальней с учетом пожеланий горожан, ландшафтных особенностей местности, а также ее истории. Хочется создать более единый облик для города, чтобы было видно и представительский вид как бы сам, и его историю, и его благоприятные климатические условия. Дни архитектуры – это не только площадка для презентации готовых проектов молодых архитекторов, но и место, где они обсуждают развитие зеленых зон города. Многие идеи будущих специалистов нашли поддержку у активов штаба Общероссийского народного фронта. Конечно, в большей степени какие-то неотвлеченные проекты урбанистических каких-то зданий, да, а это благоустройство дворов, скверов, улиц Краснодара, в том числе восстановление их каких-то исторического облика. Воплотить в жизни свои проекты молодежь попытается вместе с горожанами. Разработка дизайна дворовых территорий, улиц, парков и скверов пройдет в проектных мастерских.